Добрый день. Сегодня получил с Алиэкспресса вот такие вот заушники. К ним они упакованы были в маленький пакетик. Вот такой вот китайский. Стоит совсем недорого. Буквально несколько десятков рублей. Еще несколько десятков рублей пересылка. Они поставляются поставщиком в нескольких разных цветах. В данном случае я выбрал такой черный вариант. К нему прилагается вот такая вот бумажечка. Здесь есть инструкция. То есть нужно надеть этот наушник, заушник на заушник. Вот, и он будет предотвращать сползание очков. В чем здесь, может быть, несколько недостаток? В том, что он на таких вот тонких очках немножко может болтаться. Вот, вправо-влево. То есть он больше, ну, тоже на самом деле нормально держится. Такие силиконовые они. Вот, то есть их можно, давайте их снимаются. И подходит, в принципе, для любых других очков. Вот на них даже очки нарисованы. Такие интересные. Давайте разглядим их. Вот они такие. Вот. Они гнутся. То есть это очень гибкие и хорошие. В принципе, их можно надевать также на вот такие вот очки с роговой оправой. Вот. Тоже, в принципе, легко надеваются. Производитель их рекомендует не глубоко надевать, но на самом деле это все индивидуально, зависит от того, для кого вы это используйте, то есть для взрослого, для ребенка, какая длина вот этих заушников. Вот, поэтому, в принципе, в чем еще недостаток данных штук, что если их глубоко вот сюда надеть, то очки будут очень сильно притягиваться к переносице, прям прижиматься буквально. То есть, с одной стороны, вы для чего покупали эти штуки? Для того, чтобы у вас очки не сползали. А тут у вас они будут, наоборот, очень сильно приставать к лицу, тоже этот дискомфорт вызывает. Поэтому я экспериментально еще купил на Алиэкспрессе, может быть, отдельный обзор сделаю, такие типа небольшие такие как бы шланги, вот, трубочки, которые надеваются вот на эту часть. Они тоже из силикона, то есть они здесь вот полностью круглые, а здесь с небольшим вырезом. То есть вот по этой поверхности идет силикон, а снаружи они вырезаны части. Их можно надеть, и они предотвращают сползание очков с ушей, да, и то бишь с носом. Вот это, мне кажется, штучка более заметная. Вот. Но, в принципе, если вы купите какие-нибудь прозрачные или под цвет коричневый, то, может быть, они не так будут сильно заметны. Но для детей тоже как вариант, особенно если очень длинная. Это вот оправа. Если она по размеру у вас нормальная, просто сползает, там у вас буквально на сантиметр длиннее, то, в принципе, можно использовать другие модели. Также можно воспользоваться такими веревочками, которые вот здесь вот крепятся и дальше сзади завязываются в уголок. Вот. В отдельных видео я расскажу вам о других приспособлениях. Спасибо большое за внимание.